конечно, какая-то невероятная красота. Смотрите на это произведение искусства. Такие мишки тут, смотрите, красивые прям. И розочки. Открыточка на турецком. Такая вот я тебя люблю. Здесь был подарок. От подарка сейчас остались только розы и конфеты. Вообще очень прикольная идея. Вот такая, что вы прям несете цветы. И прям здесь лежит подарок. Какой подарок, покажу попозже. По-моему, очень красиво. Милая розовая коробочка такая прям внушительная. Обожаю такие всякие секретики такие здесь. Раз. Очень мило. Красиво. Я думаю, что вы уже поняли, что у нас сегодня 14 февраля, День всех влюбленных. И вот такой вот у нас красивый столик. Мы заказали дополнительное украшение стола. Вот такое вот красивенькое украшение нам сделали. Праздничное. Очень красиво, мило. Ну что, как нам тут отдыхается? Прекрасно. Очень хорошо отдыхается. Сейчас вот сижу в качалочке, в качельчиках. В номере. Так комфортно, так классно. Погода сегодня замечательная. Я уже загораю в купальнике. У нас сегодня 18 градусов было. Все-таки еще пока не решаюсь купаться в бассейне. Для меня холодновато, но уже загар даже берется. Представляете, уже очень-очень комфортно и классно. Уже можно лежать в купальнике днем. Конечно, не утром и не вечером, потому что погода очень сильно меняется в течение дня. Вот, поэтому буквально где-то вот можно лежать на бассейне и загорать примерно с часу до 4. Самая-самая такая комфортная температура и классная, такое жаркое-жаркое, потрясающее солнышко. Я на самом деле огромный фанат именно такого отдыха, комфортного, не сильной жары. Я об этом часто говорю и часто повторяю, поэтому для меня это очень приятное время, на самом деле, вот так отдыхать, когда нет сильно много туристов, когда все спокойно, все свободно везде, да. В торговых центрах нет очередей, можно спокойно шопиться. На самом деле в ресторанах тоже нет никаких людей, хотя у нас в... отель очень много людей, сейчас где-то 350 человек, это довольно-таки много. Но настолько комфортно отдыхать, поверьте, то есть я на самом деле никогда не приезжаю на отдых за морем, за сильным каким-то солнцем, жарой, нет. Я человек абсолютно, для которого очень важна сама атмосфера, это хороший номер, это вкусная еда, и это вот такая вот комфортная температура, при которой я могу одевать абсолютно любые вещи, никогда не потеть. Мне очень нравится. Я не люблю, когда люди потные, когда им жарко, когда я смотрю на людей, у них какой-то пот течет, волосы какие-то неухоженные. Когда такая температура, настолько ты себя комфортно чувствуешь, ты постоянно ходишь ухоженный, с красивыми волосами, с красивым макияжем, у тебя ничего не течет. Все ходят ухоженные, потому что когда очень сильная жара, все-таки, честно говоря, мне неприятно это ни на людей смотреть в такую жару, ни как-то самой мне тоже некомфортно. Не люблю вот эту сильную жару, мне кажется, это абсолютно вредно и абсолютно некомфортно. Поэтому настолько кайфово отдыхать именно зимой, если честно. Даже круче, чем летом. Вот прям серьезно вам говорю. Конечно, для меня самый любимый месяц все-таки, наверное, апрель и ноябрь. Самый комфортный для отдыха, когда можно и загорать, и плавать. Когда это примерно 20 градусов. Наверное, это самая моя любимая погода в Турции. Но лето я определенно не люблю. И летом я практически никогда не езжу. Только когда у мужа отпуск попадается на лето. Поэтому нам приходится ехать летом. Вот в этом году, кстати, по-моему, у него отпуск будет в октябре. Точно уже не помню. Либо в конце сентября, либо в октябре. Вот. Но мы планируем ехать в Армению. Вот, Армению. Мы хотим в Армению. Да. Вот, в общем, посмотрим. Да, так что отдыхаем, все классно. Единственный, конечно, огромный минус – это то, что нужно использовать маски в отеле. Меня это очень сильно напрягает. Я ненавижу маски, я их не ношу. Для меня это настолько некомфортно. Честно говоря, просто вообще. Поэтому хочется ездить больше в свободные страны, чтобы не нужно было носить никакие маски в ресторанах. Вот, поэтому, наверное, для меня это очень большой минус существенный. И
не знаю, как-то муж, конечно, он спокойно к этому относится, он вообще всегда использует маски на работе, вообще абсолютно везде, он готов маску носить, мне кажется, даже во сне. Но я ненавижу маски, и я не собираюсь их носить, я живу в абсолютно свободной стране, в Беларуси, в которой мы не носим маски, мы отдыхаем классно, клево в Беларуси. Вообще живем настолько свободной жизнью, что когда ты приезжаешь за границу и видишь эти ограничения, то ты понимаешь, что на самом деле у тебя очень классная страна. И вообще Беларусь очень классная страна, гордитесь и любите свою родину. Сегодня пришли в китайский ресторан, который мы тут посещаем абсолютно каждую неделю, иногда даже чаще. Нам очень нравится такая китайская еда, безумно вкусно. Вот это китайский рис, китайская курочка, очень вкусно. Вот такие китайские роллы, конечно же, суп китайский. Все это очень-очень вкусно, и красивый ресторан, роллы. В общем, я просто обожаю. Креветочные чипсы тоже очень-очень вкусно. Вообще красивая атмосфера. Мне кажется, только я езжу в Турцию, чтобы ходить в китайский ресторан. Но на самом деле мне очень нравится такая еда, потому что я не фанат турецкой кухни, но китайская мне очень-очень даже заходит. Сидим сейчас на террасе. Смотрите, какой красивый вид на Тадж-Махал. Прям как настоящий Тадж-Махал. Очень красиво. Вот так вот пью чаечек. У нас сейчас закат. 6 часов. Вот так вот красивенько. Хорошая погода сегодня. Стабильно почти каждый день. 17-18 градусов. Вот. Красиво. Тадж-Махал вообще очень красивый. У нас сегодня турецкий день и турецкая ночь, будет турецкая кухня, и поэтому я решила соответствовать, одела свой пиджак, красный пиджак диктатора, как я его называю. Вот так вот выглядит основной ресторан, только начался турецкий ужин, вот так вот готовят все здесь. Сегодня много турецких национальных блюд, хотя я не ем, честно говоря, турецкую кухню, но по чуть-чуть, может быть, чего-то попробую. Вот такое количество закусок, все очень красиво, как всегда, украшено. Абсолютно свежая еда вообще в этой сети отелей. Поэтому обращайте внимание, очень хорошая сеть, у них всегда свеженькое все. С завтрака и с обеда на ужин ничего никогда не оставляют. Вот такое количество различных блюд, мясо, рыба, вот такая красная рыба, лосось. Огромное количество десертов сегодня и турецких, тыква, рахат лукум, пахлава, в общем, очень-очень много всего. Вот, так что такой вот замечательный у нас день. До встречи в новом влоге!